На целый месяц по улице Городской будет сужена дорога. С сегодняшнего дня по 15 сентября там будут производиться ремонтные работы. По этой причине водители ожидают круглосуточное ограничение движения транспорта. Просьба быть внимательными в местах проведения работ. 14 октября жители выберут депутата городского совета по одномандатному избирательному округу номер 12 в северном районе Орла. Ранее эту должность занимал нынешний глава администрации. Пока на это место претендуют три человека. Журналист Владимир Панфилов, Александр Казаков, кандидат от «Справедливой России», и Элина Пожидаева от КПРФ. Двое последних – индивидуальные предприниматели. Специалисты Россельхознадзора обнаружили в Орловской области очаги ядовитой амброзии, растение, пыльца которого является мощнейшим аллергеном. Было найдено в Залегощинском и Свердловском районах области. Амброзия угнетает культурные растения и тяжело истребима. В данный момент решается вопрос об установлении на территории районов фитосанитарных зон. 9 августа этого года в 21:45 под Ливнами на трассе Орел-Тамбов произошла страшная авария. Между синими автомобилями Mazda и Renault Logan оба водителя при столкновении погибли. Родственники погибших просят откликнуться очевидцев ДТП. Контактный номер вы видите на своих экранах. Вознаграждение гарантировано. От укусов животных в этом году в Орловской области пострадали почти 2000 человек. Чаще всего людей кусали домашние питомцы. От нападения диких животных пострадал 51 человек. К счастью, случаи заболеваний людей бешенством за это время зафиксированы не были. Но 14 таких случаев выявлено среди животных, в основном улиц, собак, кошек и коров.